Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Лишь каждый второй выпускник автошколы в нашей области сдает теоретический экзамен с первого раза, сообщает управление ГИБДД. На практическом испытании результат хуже – 25%. Основные претензии госавтоинспекторов к кандидатам в водители заключаются в том, что они плохо ориентируются в реальных дорожных условиях и неверно оценивают ситуацию. Добавлю, что с октября этого года практический экзамен на права автодром и город объединят в одно испытание. Трасса 101. Audi отзывает в России почти 250 автомобилей Q7 и Q8, которые были проданы дилерами в 2019 году и в начале этого года. ВИН-коды можно найти на сайте Росстандарта. По сообщению ведомства, причиной объявления сервисной компании является возможное повреждение электропроводки в водительском сидении. Специалисты проверят участок и при необходимости заменят раму спинки кресла. Трасса 101. С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на свою продукцию. Подорожание коснется всего модельного ряда и составит от 5 до 10 тысяч рублей. Так, по данным «Автоньюз», седан «Лада Гранта» будет стоить минимум 460 тысяч 900 рублей вместо нынешних почти 456 тысяч. Новая стоимость X-Ray зафиксируется на начальной отметке 626 тысяч 900, а «Ларгус» — 622 тысячи 900 рублей. Подорожание связывают с падением курса рубля. Трасса 101. Ульяновский автозавод приступил к выпуску самосвала, вернее сказать, самосвальчика на базе «Буханки». Автомобиль оснастили кузовом размерами 2,70 почти на 1,90 м и подъемным механизмом итало-шведского производства. Угол подъема 45 градусов, грузоподъемность до 1 тонны. Поднимать платформу можно с помощью выносного пульта на проводе, о стоимости новинки не сообщается. Трасса 101. Вы не по своей вине попали в автоаварию и хотите получить от страховой компании не натуральное возмещение, то есть направление на ремонт, а деньги. Как это сделать, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае страховая компания выплачивает вам определенную сумму, которая рассчитана по единой методике. Единая методика в данном случае подразумевает стоимость использования запчастей по стоимости из сайта РСА, Российского союза автостраховщиков. И, как правило, этой суммы не хватает на устранение тех повреждений, которые были при ДТП. В данном случае со страховой компанией вы вряд ли что-то сможете взыскать. Вы можете эту сумму взыскать с виновника непосредственно, разницу между реальным ущербом и той суммой, которая оплатила вам страховая. За разъяснениями можете обратиться к нам в Кировский региональный экспертно-оценочный центр, Орловская, 52. Телефон 64-50-04. Также есть данные все на сайте kirovots.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.